Поле боя – шахматная доска. 20 мальчишек и девчонок увлеченно переставляют фигуры, выстраивая свою технику игры. В распоряжении юных полководцев – армия с пехотой, флотом, конницей и даже слонами. Задача – разбить противника за 15 минут. Это соревнования, которые ставят перед ребятами своеобразные условия. То есть это нужно быть внимательными, усидчивыми, терпеливыми, толерантными или умение, дескать, выстроить определенную программу своих действий. Небольшая разминка перед игрой, и уже после первой атаки пробита оборона противника, но есть и потери. Задача сложная – не потерять короля и атаковать соперника. Думать на несколько ходов вперед, выстраивать технику защиты и нападения – все это, по мнению Артема Мартынова, очень помогает в учебе. Это очень действует на ум, на мозг. Это то, что ты очень хорошо увлекаешься математикой, то, что хорошо получается решать примеры, задачи. По результатам сыгранных партий победителем стала команда третьего лицея. Серебро у православной гимназии. А ученики второй гимназии стали бронзовыми призерами. Елена Грицкова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24.